Так, вышла я с общаги своей. Ой, шишек сколько много. Ой, как это мусорка, трусы чьи-то валяются, гляньте. Пиво, трусы. Кто-то пил, наверное, кого-то чикали сразу. Иду на помойку мусор выкинуть. И пойду. Яблок нету уже. А, вон яблоко одно висит. Помойку не убрали. Так и есть на площадке детской. Вон. Пальто убрали, естественно. Кто-то одел себе взял. Ну ладно. Вот иду. Помойка так и есть. Вон, все есть. Вон. Это около нашей общаги. Ну и так же здесь идешь, я мусор иду выносить. Тоже так же. Так и мусор есть. Вот, то есть мусор, говорю. Лужи так и есть. Вон. Все, это около помойки, около нашей общаги. Около нашей общаги. Здесь низина, здесь надо щебенка, здесь низина. Вот. Как дождь, сразу это. Представляете, общага нюхают эту гадость. А вон это дворник на это чучундра. А вот я иду. Это вот чучундра 16-го дома, который убирает дом. 8-й, 7-й. Гляньте, у нее трипер здесь. Представляете, трипер развела она. Крысы. Ой. О, сосиски. Кому сосиски надо? Гляньте, сосиски, яблоко. Весь трипер. Охренеть. Вот она. Вот люди как ездят. И как вот многодетные здесь две семьи. На первом, на втором этаже. Даже окно открыть не могут. Нюхает это вот. Это наша птицефабрика во Льва Толстого. Сосед мой работает, замдиректора птицефабрики. Так, телепузики, вот я пришла, приехали. Здесь пельмень, там еще есть чеснок, майонез, масло, чай, кофе не хочу. Я так устала, прямо обратно давление низкое. Вот так. Хлеб. Обратно давление низкое. Это ужас.